Привет, друзья! Сегодня на обзоре набор для разделки дичи мелкой, а значит Мосберг. Это значит америкосы, которые набор сделан в Китае. Значит, что у нас здесь? Петля. Петля сделана из такого, там какая-то вставка жесткая. Это не просто кордура какая-то, это там жесткая вставка. Здесь тоже очень жесткая. Ножны, они двойные. Так. Значит, крепится, держатся ножи у нас на липучке. Вот здесь как раз такая вот стропа, она достаточно на клепке, ну, достаточно такая. Ну, в общем, дешевые рюкзаки из таких шьют. Так, здесь у нас маленький скальпель. Смотрим, что у нас тут написано. Китай. Что у нас тут? Ну, в общем, кому интересно, читайте. Я, в общем-то, особенно не понимаю, что здесь написано. Мосберг. Вот такой вот скальпелек. Так, давайте второе достану. Здесь также Хайтгуарс. Не знаю, что бы это значило. Кто знает, можете написать в комментах. Вот. Здесь тоже у нас написано Мосберг. Давайте вот так положим. Вот, такой вот набор попал мне в руки. Я не охотник, дичь не разделываю, и нож, в принципе, вот этот набор мне в быту не нужен. Если кому интересно, обращайтесь, я с удовольствием его сменяю или продам. Вот, значит, вот так вот он одевается на мизинец, и вроде как что-то там надо подрезать, там разделывать эту пищу, и в то же время, то есть дичь, и в то же время... Ну, то есть нету здесь никаких накладок для того, чтобы, ну, не забился никуда кровь, жир и потом не гнил. Вот. Вот так вот. Вот такой вот маленький у нас, точнее большой, и также маленький тоже одевается спокойненько на мизинец, и тоже вот такой вот скальпелек у нас есть. Такой чуть-чуть. Вот, значит, по ТТХ. Давайте я положу крышу, чтобы вы понимали размеры, габариты. То есть, видите, он... Достаточно маленькие все эти, ну, то есть ножи, то есть они, в принципе, ну, это для разделки, то есть полноценный нож из него не получится. То есть он даже меньше крысы, и при том солидно. Так, то есть даже если там делать как-то выход, то есть мысль, например, сделать ручку у меня когда-то была, ну, вот я отказался, потому что все равно нормальный, не получится нормального полноценного лезвия ножа. Вот, значит, сталь, по-моему, насколько я знаю, здесь 420-я. Вот, но это, скорее всего, аналог какой-то китайский, они даже не пишут. Вот, значит, с ножнами все это хозяйство весит у нас 88 грамм, все эти. Вот, отдельно большой нож весит 37 грамм, маленький 18, то есть это невесомая вещь. Вот, толщина маленького 2,8. Толщина большого, точнее, толщина большого 2,8, толщина маленького 2,3. У маленького сведения 0,4 по всей области и вогнутые спуски, слегка такие вогнутые спуски. Вот у большого прямые спуски, сведения 0,5. На кончике 0,9. Не знаю зачем, мне кажется, надо тоньше было сводить. Вот такой вот набор, надеюсь, было интересно. Резать, строгать я не буду, ну, не для этого просто. А дичь я не охотник, еще раз повторяюсь, я не разделываю. Дичь не вижу, в общем, работы для обычного человека, для вот этого набора не вижу, как его можно применить. Поэтому, если кто там охотник, заинтересуется, обращайтесь, я с удовольствием поменяюсь или продам вам этот набор.